Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Владимир, и мы продолжаем проходить Европу Универсальс 4 за Речь Посполитую. Я извиняюсь за прошлую серию. Не знаю по каким причинам, но записалось, то я смотрел, у меня именно файл исходник. Все там четко видно. А видно, при обработке произошел какой-то глюк, и часть видео просто исчезла, мягко так сказать. Просто черный экран. А есть только звук. Ну там до 13 минуты. С 14 минуты то уже все идет нормально. Не знаю, почему так произошло. Надо будет более подробно проверять записанные серии, чтобы таких багов избежать. Так, тут я заметил, что есть такое решение, которое, в принципе, никакие негативные последствия не тянет за собой. Так, а то все остальное что-то негативное дает. Вон стоимость технологии плюс 2%. Ну, 2% в принципе немного, но все равно не хочется как-то. Так, что я там в прошлой серии предлагал мир? Так, ну, претензии можно забрать у них. Новые державы сделать. Так, а кого можно сделать? Гольштейн, нет. Не, он не граничит даже со мной. Даже претензии позабирать немножко. Да. Давай, проходи. Вспомните еще, с кем мы воюем, а с Кастилией тоже, да? Так, и где наши все армии? Вот, все 4 штуки тут. А пятая тут дома должна быть, да? Да. Так. Блин, не хочу раздувать спор. Что Бургундия о нас думает? Ну, ладно. Раздуем немножко спор. Бывает. Ну давайте, возьмите уже вот эту провинцию, и в принципе может нам уже удастся этих ребят уломать еще на одну претензию, чтобы отказались. Тут у нас бабла, блин, завались. Так, давайте текстильную мануфактуру заклепаем в Кракове. Мануфактура — полезное дело.
На штады потеряли. Так, что-то начинают проценты падать, я вижу. Это мне не нравится. Так, ладно. Давайте деньгами возьмем и не будем морочиться. Жалко, не посмотрел, на кого пошло агрессивное расширение, ну, фиг с ним. Так, надо отношения с ними улучшить, с Бургундией. Пусть будет. Так, французы, как к нам относятся? Так, отправим. Так. Это армия сюда. Это армия сюда. Так, в принципе, по чуть-чуть, и мы будем отхватывать себе. Ух ты ж. Провинции. Так, вот эти войска. Здесь одна армия идет в Киев, а другая идет в Краков. Вот так вот. Еще можно снизить содержание немножко армии. Ух ты, у нас 65 монет идет. Нормально. 66 даже. Да, Речь Посполитая, мощное государство. Так, разберемся, папа. Так. Вовремя начали национализацию. Так. Я не понял, что это за война. Держава Римская империя. Ваши братья и сестры по вере просят вашей помощи. Не увязли в войнах против Милан. Франция, Бургундия, Великобритания, Швеция. Так, их держава. Так, 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 так. Пошли нафиг. Подумаешь, потеряю, новый куплю. Новый титул куплю. Получается, что... Ну, Чехия, да. Лютеранство, Венгрия. Все остальные католики. Афганистан. Что-то хочет. Все остальные католики. Тимуриды. С кем вы воюете? Османы с кем воюют? Шейбаниды, Крым, Тимуриды? Интересно. Я так чувствую,
скоро Римскую империю разделут на части. Так, и нам желательно построить пару корабликов, да? Как каких? Думаю, один линейный. Все остальное фрегаты. Так. Это получается 6 штук можно сделать, да? Ой, что я закрыл? Так, линкор. И тяжелый фрегат. О, тут военная база, видите, построилась. Военно-морская база. Так, 4, 5, 6. И намного быстрее строятся корабли. Главное, знаете, с чем я столкнулся в партии за Испанию? Так. Вот колонизацией у меня там занимаются Нидерланды, Венгрия, Чехия. А чего не с Венгрией и Чехией воюют? Нидерланды, Франция, Англия. Но недавно добавился еще один противник. Угадайте, кто? Шотландия. Я главное сначала не понял. Вот тут я там колонизировал пару провинций. И вот тут желтенькая тоже стала провинция. Я думаю, вроде бы сюда не отправлял своего колониста. Но потом, как оказалось, это друзья шотландцы решили отхватить себе кусочек нового света. Ну, пришлось им объяснить, что ребята, ну куда тут занято. То и дали по шапке, и они успокоились вроде бы пока что. Так, это Финляндия. Отлично. Финны. Блин, нахрен столько прибрежных фрегатов. Ну, 7 торговых, ладно, еще. Вот это все нафиг. Так, сколько у нас? На 2 перебор, да? Тяжелые фрегаты. Не хочется, в принципе, их расформировать. Ага, вы в Новгороде торгуете, да? Так, а тут что? Не, не надо строить. Тоже не надо строить. Так, 256 тысяч. Задание. Построить крепость. Так. Ух ты, блин. Усилить защиту крепости, смотрите. Конечно, денег до хрена, но защита крепостей плюс 10%. Сделаем. Так, Бессарабии. Ну, давай Бессарабии замутим. Все деньги, конечно, спустили. Вот это что за 12 тысяч? Хм.
по пехоте что у нас? Немножко перебор, но думаю... 12 тысяч. 21. Это будет... Там 8. Ну, немножко перебор, да. Идите в Вильно. Я подумаю, как распределить вас. 6011. Ну, артиллерию точно сюда. По-любому. Так, Сербия, что там? Венгрия. Может, с венграми расторгнуть союз? Точнее, династический брак. Так, финнов присоединили. Кого еще можно присоединить? Кастилия тут. Франция тут. Португалия, все побережье, ну, Московия, вон. Кто там? Православные фанатики. Ну-ну. Да, вот эти фанатики. А я пока вот тут сделаю претензию. На. Так, на. Вот этот. Вот эту провинцию. Тут, конечно, замес приличный идет. Что у нас по технологиям? Стоп, а случайно не могу я поменять уже? Да, просвещенный абсолютизм. Ага, 29-й, когда там? Ну, скоро. Довольно-таки скоро будет. 29-й уровень технологий. Косигорь, Азов, Бургас. Ну, создадим опять претензию на Азов, на Косигорь. Ну, с шведами повоевать. У них союз с Францией, с Чехией, с Португалией, с Миланом, Венгрия. Венгрия и ерунда, вот это Великобритания, вот это заноза в заднице. Мне кажется, не наш кардинал прошел, да? Я не успел заметить. Так, Майя. Не лезьте. Так, вот эти ребята. Минск. Что в Вильно делается? А, поместье. Ничего, сейчас денежка набежит опять у нас. Так, идеи. Да, качаем идеи. Эффективность торговли. И скоро торговец у нас появится еще один.
Да, тут ужасы. Ну, Римская империя сама виновата. Объединилась бы с нами, всех бы выносила. А так решили, что они самые модные, да? Вот, они правда, ребята. Самые модные это мы. Так, не понял. Тут шестые. Пятое. А, сразу седьмая. О, прикольно. Можно седьмую построить. А почтовые? Местное торговое влияние. Прикольно, почтовая станция. Ой, и тут можно построить. Так, а что у нас по... Так. Да, мощи у нас тут побольше будет, чем в Москве. Так. Ух ты, сколько они уступили Московии. Маньчжурия. Нормально так Московия отхватила. Так. Да, по флоту у нас перебор. Ну ничего, мы сейчас подтянемся. Надо бы посмотреть здание на лимит флота. Большая верфь, резиденция коменданта. Да нету тут ничего такого. Так, склады. Давайте одну большую верфь забацаем вот тут. Так, и надо нанять какого-то советничка. Так, снижение инфляции. А нам нужна инфляция. Ну, в принципе, не помешало бы, да? То инфляция, как понимаете, у нас съедает денежку. Так. Что-то наши дипломаты хреново работают. Там еще против нас в коалиции. Мне вот так интересно. Ух ты, шведы, Дания, Норвегия, Османы, Римская империя, Тоскана, Крым, Московия. Это полный набор. Ты еще строить корабль или нет? Так, восстание претендентов, да?
Так, наследник отличный. Ну, в администрации немножко галимый, но в общем хороший. Так, сколько там у нас? 11 тысяч. Польские претенденты. Ну давайте сейчас разберемся с вами. Так, и надо поднять. Вот так вот. С провинции национализируется. Так, тут 21 тысяча, да? Так, 4. 5. Вот этих всех. 2, 3, 4, 5. Так, и надо, наверное, на всякий случай поднять содержание войск, чтобы не было никаких сюрпризов. Так, а почему у нас такой низкая такая легитимность? Это видно. У нас король. Правами сомнительными, я так понял. Ну ничего, мы справимся. Хотя тут риск восстания, я вижу, приличный. Так, из Крыма вернулся. Так, хорошо. На Манич потеряли право. Да не может быть. Ребята, ну вы шутите. Манич. Все есть. И эти ребята идут сюда. И по экономике делаем вот так вот. Что там миссионеры наши? Как они там работают? А, можешь еще стать защитником веры. Но сейчас Милан защитник веры. Да, что-то игра подтормаживает так. Так, шатоу, и тут французы. Так. Там французы сидят, тут испанцы. Все захватывают. Все, что видят перед собой, то и захватывают. Так, а это что стоит? Ну ладно, идите сюда. Так, не артиллерии тут не хватает немножко, да? И кавалерии. Там разделить эту пехоту между остальными. В принципе, можно. Судоходный канал можно построить. Так, Кирибати, знаю такую страну.
Принято. Наш товарищ. Так, а Бургундия там еще захватывает, я вижу. Тут раздерли уже. Наши оппоненты работают во все. Точнее, не оппоненты, а союзнички. Думаю, чехи что-то себе отхватят по-любому. Да и французы может отхватить вот тут. А хотя нет, тут Милан вот может отхватить. Что им стоит, в принципе. Так, вот этих соединяем. И торговля в Балтийском море. Так. Вот эти 3000 я поделю. Так, вот этих сюда. Вот этих. Сюда. А этих вот сюда. Идите вы нафиг. 20 лет. Идите нафиг. Понимаю, денежки нам хватает, но тоже попускать нельзя. Сейчас мы поднимем стабильность. Это не проблема. Так, это очень важно. Ингрия, да? Так, 42 000, в принципе, нормально. Угу. Так, а не 116. 116 нужно иметь. Давай-ка складе где-то заделаем. Так. В Тамбове семерочка, да? Вот, пусть будет. Так, мерзкие слухи. Короче, наш миссионер, видите, не на строительство церкви, а на себя самого денежки использует. Блин, я не хочу риск восстания в Бранденбурге 15. Лучше я немножко денежек потеряю. Так. Т.
Торговое судоходство. Закон об импорте. В принципе, торговое судоходство я, может, даже принял бы. Да, такой риск вставания неприличный. Сейчас повысим немножко стабильность. Люди немножко успокоятся. Так, в Бессарабии нужно построить кое-что, да? Угу. Пусть строится. Так, ну зачем нашего кандидата подманывать, подкупать и тому подобное? Эти тут все никак не успокоятся, я вижу. Ну что, пусть воюют, пусть захватывают. Бургундия гуляет. А уже даже что-то захватывает. Есть. Так, давай. Что еще за Тавасвант или как там? А, это финны. Это финны. Да, их надо исправить немножко. То есть исповедуют не ту религию, то что надо. Так, может, а нет, не может. Ничего, сейчас накопим очок, может, даже возьмем этот, еще одного кардинала, тиски. Так, о, морской арсенал, да. В Риге отгрохаем. Пусть будет. Вот так, в принципе, проходят безмятежные дни за Речь Посполитую. Расширяемся, воюем. Точнее, воюем, расширяемся вот так. Там опять воюем, расширяемся. А в промежутках между войной и расширением застраиваем все и отдыхаем, набираем рекрутов. Дипломатический рейтинг идет нам. Знаете, мне кажется, из-за того, что мы какие-то провинции там в Европе захватили, нам начал идти вот этот дипломатический рейтинг. Или как, не знаю. Потому что ж не было. Если бы нам сразу и шел дипломатический рейтинг, то мы бы уже были почти на первом месте. А так, как всегда.
А, тут уже закончилась война. А Милан что-то забрал? Ну, вон, наверное, Тревизо. А Бургундия? Интересно. Так, Бургундия. Я не вижу, чтобы они что-то забирали. Ну, Гольштейн вроде бы выделился, да? Да. Выделился Гольштейн. Так, с чехами что? Чехи Ульм выделили, и вот, видите, две провинции отхватили себе. Улучшим отношения. С Венгрией не мешало бы повоевать. Так, можно союз заключить. Так, военные технологии, да? Защита крепостей лучше будет. А тут, ну тут будем ждать тогда. Технологии. Норвегия. Хочешь пройти, да? А против кого ты воюешь? А, ну пожалуйста, я согласен. Так, Великобритания, а ты с кем воюешь? С Норвегией, сугубо, да? Норвегия ни с кем не в союзе. Так, о, есть наш кардинал, просунулся. Так, и мы перехватываем вот этого миланского кардинала. Самый молоденький, в принципе. Вот так вот. Пусть будет. Хорошо, хорошо, открытие. Новые открытия — это всегда хорошо. Так, постройки. Рамы можно построить, да? Давай вот сделаем храмик один. Так, почтовая станция. Давай отгрохаем почтовую станцию вот тут. И еще какой-то полевой лагерь. Сделаем. Ты смотри, в Кубани можно сделать. Там народу завались. Давай, повысим новый. Денег мало не бывает. Так. Еще Венгрия воюет, да? Так, еще задание есть. Так, Руппин. Мало вы даете, если вы хотя бы половину очок компенсировали. Двести очок, блин. Они же мало дают. Бранденбург. Он тоже не дешево. Хотя это имеет свой определенный смысл. Но мне не нравится, честно говоря. Тратить так бесценные очки.
ну где-то на 1/3 повысится. И сейчас скажу, да, на 1/3 доходы и число рекрутов. А тут 2,5 монеты получается, сейчас мы получаем, так что где-то будет около 3. Кто это там? Кто это решил выступить? Там Гольштейн, нормально к нам относится, можно было присоединить, если он где-то недалеко от нас был бы. Ну, граничил бы с нами, а так... толку. Так... где это еще восстание возникло? Ага, вот. Сейчас мы разберемся. Самая румынская культура, 150 очок. Что вам? Польскую культуру менять тоже нужно. Не особо выгодно. А оно все забирает. Денежку и рекрутов. Еще что-то надо построить. Еще почтовую станцию надо догрохать. Так вот. Будем наращивать торговую мощь нашей державы. Так, где же это нам в будущем повоевать? Может, конечно, союзники призовут на какую-то войну тут, что там расплюнуть. Так, с кем вы еще воюете? С Венгрией, и все, да? Венгрии тоже хотят себе кусочек от пирога. Блин. Ну ладно, окажем помощь. Хитёши. Не плодили паразитов. Сколько вы взяли? Вы охренели? Зачем так много взяли? 2000 займ взяли. Козлы. Это не то, что ваши внуки будут отдавать. Это праправнуки будет отдавать. Взяли бы кредит. Блин. Выплатить сколько нужно? 2600. Думаю, мы наберем внуки быстро. Ну, конечно, тупо берет комп. Займ 200 монет там всего лишь было. Они взяли 2000. Ну, так, гулять так гулять, называется. Так, шведы с Московией будут воевать? Я так понял. То у них какой-то конфликт уже назревает.
Я, в принципе, не против бы поучаствовать. В принципе, все равно строить особо нечего. Не, ну я как мануфактуры можно, но так, кто там что хочет? Это где такое есть? С кем воюешь? Крым, Тимуриды, Московия? Не понял. Амана даль Сербия. Сербия? Что это сейчас за война? Что это сейчас за дурацкая война? Ман хочет тимуридов очистить от ереси. Но если сербы станут главой союза, ну, главой в войне, тогда может быть. Я присоединюсь и может даже отхвачу что-то от Московии. Так. Да, это Кастилия. Немножко напрягает. В плане то, что у них дохрена очков. О, еще и помер этот гад. Что-то добро было называется. Так, Арагорн, а ты с кем воюешь? Римская империя Тоскана? Тоскана в союзе, да? Так, Рим... Арагорном воюет. Так, ну пожалуйста, можете ходить. Все-таки. Вот так. Всем миром можно запинать самую сильную державу. В этой игре. Так, Моголистане. Гражданская война. Ман просит прохода, ну пожалуйста. Так, Бургундия, как к нам относишься? Отлично. Франция. Терпимо. Великобритания. Так себе. Испания. Так себе. Давайте улучшим отношения с Великобританией. Пригодится все-таки. Жаль, сербы нас не позвали на войну с Крымом, тимуридами и Московией. Мы бы дали им пороху понюхать. О, есть. Зональные уже провинции. Так, сделаем храм сразу же. Так, и у нас должен вырасти лимит. Да, уже 65 вместо 63 кораблей. Так, и скоро вот это еще. А, что в апреле. Ну, риск восстания хотя бы снизился у нас сейчас. Да. Снизился риск восстания. Можно так не переживать уже.
Так, отправим. Так. Скоро военные технологии прокачаем. Да, какие тут развитые города большие. Прилично наверняка дает. Он 3 монеты дал. Он наш кардинал еще. Отлично, вот тут кардинал, видите, наш появился наконец-то. Так, сколько тут? 99 тысяч может содержать. На 3,8. Если еще культуру поменять, то будет вообще зашибись. Так, рекруты 130. Так, Португалия. С кем воюешь, Португалия? Римская империя, Тоскана. Так, пожалуйста. Добивайте их. Есть еще одна провинция наша. Так, и может мы займ сможем отдать. Сколько он? 100. Взяли на свою голову. Никогда не берите ничего в кредит. Потом не рассчитаетесь. Не, ну рассчитаетесь, но... Это вам дороже обойдется, чем сразу же купить. Ну, точнее, собрать немножко денежек и купить. Так. 50. А хрен мы на 50. Тут агрессивное расширение. 278 минус. Чтобы не ухудшалось еще больше. Ну, ладно. Пожалуй, тут я и завершу данную серию. Да. Тут и завершим. Так что, всем спасибо за просмотр. Вот такая вышла, в принципе, спокойная серия. Если понравилось, можете ставить палец вверх. И до встречи в следующей серии. Всем пока.